Компания «Зульцер» предлагает одну из самых полных линеек погружных насосов, представленных на рынке на сегодняшний день. Погружные насосы серии «Пиранья» предназначены для надежного и экономичного отведения промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод по напорным трубам малого диаметра. При эксплуатации в высоконапорных канализационных системах эти насосы могут представлять собой экономичную альтернативу самотечной канализации, если условия рельефа не позволяют использовать ее. Уникальная режущая система может измельчать предметы, такие как ветошь и пластиковые пакеты. Погружные насосы АЭС были разработаны для экономичной и надежной перекачки ливневых и бытовых сточных вод и могут быть использованы и для погружной, и для переносной установки. В насосах установлены герметичные, защищенные от протечек двигатели в стандартном или взрывобезопасном исполнении. Серия МФ предназначена для колодцев небольшого размера и позволяет провести быструю и экономичную установку. Погружные канализационные насосы XFP – это лучшее решение, обеспечивающее эффективное и надежное перекачивание на основных и специальных канализационных насосных станциях. Существуют три основных варианта установки насосов с погружными двигателями. Погружная установка вертикально на пьедестале. Сухая установка вертикально с закрытой системой охлаждения. Сухая установка горизонтально с закрытой системой охлаждения. Насосы обладают превосходной эффективностью перекачивания воды с длинноволокнистыми включениями для максимального сокращения простоев. Большинство сервисных выездов осуществляются из-за засорения насосов. Математическое моделирование позволяет точно проанализировать характер движения потоков. Рабочее колесо Зульцер Контраблок Плюс на данный момент – лучшее решение для перекачивания длинноволокнистых включений. Рабочее колесо Контраблок Плюс позволило значительно повысить производительность насосов. Такая конструкция может значительно улучшить как сопротивление засорению, так и способность поддерживать эффективность на протяжении всего срока службы насоса. Серия рабочих колес Контраблок Плюс обеспечивает высокий гидравлический КПД и одновременно существенно увеличивает надежность погружного канализационного насоса. Высокоэффективные двигатели класса IE3 для большей экономии электроэнергии. Внутренняя система охлаждения со встроенным теплообменником в качестве опции стандарт PE6 обеспечивает непрерывную работу при мокрой установке с непогруженным двигателем, непрерывную работу при сухой установке. Для каждого насоса предусмотрены контроль протечки и контроль перегрева. Линии переноса тепла перемещены в нижнюю часть масляной камеры, чтобы позволить всем насосам серии иметь взрывобезопасную конфигурацию со стандартными контрольными электродами уплотнений DI в масляной камере. XRCP – это особая серия рециркуляционных насосов Зульцер, специально предназначенных для эффективного перекачивания и рециркуляции активного ила в процессе нитриденитрификации на очистных сооружениях.
Для монтажа насоса рекомендуется использовать подъемное устройство серии LD. Серия AFLX используется там, где требуется перекачивание больших объемов промышленных стоков или сточных вод с содержанием твердых частиц при среднем напоре. Серия VUPX идеально подходит для перекачивания больших объемов ливневых или промышленных стоков с высотой напора до 10 метров. На видео представлены примеры установки погружных насосов Sulzer AFLX и VUPX в стальной трубе высокого давления и в бетонной шахте. Оборудование на заводе упаковывается для транспортировки в вертикальном положении. В шахте или подъемной трубе перед установкой насоса с погружным двигателем должны присутствовать захваты, крюки для подъемной цепи, а также выводы и подвеска, сквозной кабельный чулок для соединительного кабеля. Программа Upsell является сетевой версией, позволяющей пользователям подбирать насосы для водоотведения. С помощью программы Upsell вы можете подобрать необходимые насосы путем конфигурирования области применения, серии насосов и рабочей точки, используя функцию «Гидравлический выбор». Для достижения оптимального функционирования различных типов насосных станций Sulzer разрабатывает контроллеры и пульты управления, обладающие мощными уникальными встроенными функциями. Мы предлагаем водоочистной индустрии самые лучшие технологии, доступные на рынке.